Хай, всем с вами добро пожаловать в Юнкрафт. Да, опять мы тут, и опять я продолжаю играть. Давайте я посмотрю эти здания, потому что в моей памяти где-то из этих зданий был еще сундук. С дропом. Потому что если рассчитывать, что тут в середине был только что сундук, то есть в этих домах никого не было. Там мы можем найти. Да, плюс я поменял шейдер. Шейдер поменял немножко, но это временно, потому что у меня была немножко переполнена память в компе, и из-за этого мне срезались качества, короче, и так далее. Но сейчас я пофиксю, удалю, ну пройдем пару игр и, ну, на Чел Плей канале. Пройдем пару игр и я верну те старые шейдеры, потому что мне те старые больше нравятся, чем эти. А вот и первый сундук. Ничего такого. Вообще ничего такого. Можно было бы и лучше выбить. Наверное, тут еще второй есть. Вот тут всего лишь один сундук, потому что я больше не находил. Может, тут и есть больше, но я не помню, по крайней мере, где они тут лежат. Ну, короче, давайте сейчас посмотрим, какой у нас квест на данный момент, и пойдем его делать. Дайте открою нашу книгу. Так, я так это не посмотрел, что это, но потом. Потом сделаю. Так, что у нас? Давайте просто по списку будем делать. Минус 80 и минус 2500. Минус 80, да ничего себе. 2500. Ну что ж вам сказать, народ, это не близко. Это реально не близко. Ты около 800, почти, ну, 900 блоков надо будет бежать. Около даже 1000, можно так сказать. Ну ладно, погнали. Где-то в той стороне есть корабль, а нам надо сквозь это море лететь. Так, не раз я искал или нет. Короче, вот там это корабль, который мы ходили, а в той стороне у нас наше местоположение, куда надо будет добраться. Все, мы дошли до этого острова. Так, давайте посмотрим, что нам надо делать. Так, открывается книжечка. Клак-клак. Bring back. Типа на курс, что ли, убивать? Как я понимаю, курс надо, да, убивать? Или чё? Ты шаг куда-то побежал вниз? Я так и думал, что куда-то нам вниз надо, но... Вот в чем прикол. Да ну. Ничего себе. Вот это курица. Я в шоке. Ладно. Тут нам, походу, недалеко лететь, но. Ё-моё, да ничего себе. Погнали. Обратно. Я не знаю, вырезать. Может, скриншот сделать, кстати, как красиво получится, смотрите. Нормально. Я в шоке сейчас сижу. Как такая курица нас добила? Так надо... Не в эту сторону надо. Вот в эту сторону. Ну, даже вырезать не надо было. Потому что мы уже прошли. Вот долетели аж. Я думал, что надо эти было курицу убивать, но не тут-то было. Тут вот жесткая курица в самом подвале. Да. Неожиданно.
Я такого вообще не ожидал, это можно выкинуть, потому что нам это не надо, это занимает нам наше место. Так, хорошо. Я, конечно, думал, что куда-то внизу, но я не думал, что там жесткий. Да я чуть не допрыгнул, что ли? Что делать? Перо. Хотел стырить. Получилось. Ладно, не хочешь помощи? Тихо. Че, убила, что ли, его? Ладно, сейчас придет, я ему вторую дам. Ладно, давайте выполним. Так, и сейчас я подожди. Так, я опять умер, но... Ух ты ж, ёпарас, это... Вау! Чуваки! О! Ёпарасота. Тут интересно, есть магазин, чтобы продать вещи? А зачаровать? Тут же есть зачаровалка где-то. Должна быть где-то. Ёпарасота. Это же рай какой-то. Получается, ё-моё. Сейчас мы сделали тот квест? Да, мы сделали тот квест, то есть ничего такого страшного. Здесь чувак получил. Этот, а то курица правда жестко была. Просто чуваку еще помогала. Видите, по моим душам, что мне их мало. Сейчас тут есть, правда, эта зачаровалка. Я где-то ее видел. Или мне это так просто показалось. Ой, говорю, где-то она была. Так, это нас можно выкинуть, я думаю. Не понадобится больше. Так, давайте зачаруем сначала вот это. Ничего, показал, что нагрудник был, где зачаровал. Так, хорошо. Так, я думал, что это может зачаровать, а тут фигушки те. Ничего ты тут не зачаруешь. Хотя этот блок хочу посмотреть. То, смотрите, у нас тут вот такое, а тут у нас вот такое.
Сыграй получше, походу, такие же. Нет. Почти такие же я получил. Плюс 14. То есть без этой нагрудник. Нам надо нагрудник, походу, или какую-то вещь, которая на уровне 2 дефенс дает. Интересно. Так, ладно. А, тут есть магазин, что продать? Вот насчет что продавца я тут не видел. Ладно. Так, этого чувака видел? Где-то он тут находится. Надо сейчас к нему пойти. Это, знаете, очень жесткое оружие. У него... Финт. Это вроде. Так, очень странное здание. Где что открылось? Что-то где-то открылось. Вы сами слышали. Мы это все тщательно слышали. Так. Немножко покопавшись на форумах, я понял тактику этого всего. Просто я забыл. Я это задание делал, кстати, с моим другом. Нажимаем на кнопку, слышим поршни, бежим. Бежим, бежим. По лестницам забираемся. Проходим сквозь это. Паутину. Давай. Да, это не должно было столько долго. Кидаем сюда. Только за вещь. Теперь, по логике вещей, если я понимаю, нам должна открыться дверь. В этой комнате. Да, она у нас открывается. Нам надо идти наверх. Так, а что дальше, я не знаю. Вот он персонаж, который нам надо найти. Мы его уже нашли, только как до него добраться, это вопрос.
Кондир есть. Я думаю, что так это не идет. Немножко побегав, я замечаю, что тут есть проход. Вот видите, я не знаю, сколько тут бегал, наверное, минуты две. Я заметил вот эту фигню. Давайте пройдем. Может, там что-то будет. Я-то уже не знаю. Если уже ничего не получится. Так, ну, главное. Кстати, знаете что? По вещи смогли сразу запрыгнуть. Прям сюда наверх. А с Тамаку ты, наверное, можешь сейчас телепортироваться. И... Так, ладно, спускаемся. О! А тебе говорят, тебе сам выбирайся, да? Мы сказали, какое сообщение, походу, это чуваку, и все прошлось. Обошлось, да? Ладно, смотрим, что на следующее, потому что этот квест как бы выполнен. И нам надо, типа, делать следующее. Так, это нам, наверное, далеко надо идти, если так посмотреть внимательно. Хотя не очень. Давайте к нему пойдем. Это у нас Talk to Merloni, Pit of the Dead. Это недалеко. То есть, минус 1900. В ту сторону нам надо лететь. Давайте погнали. Ой. Вот наше местоположение. Это недалеко от Дэтлас, да, если так смотреть. То есть не так, что и далеко. То есть можно спокойно будет дойти до этого места, если что. Так, ладно, вот наш чувак. Ну, короче, говорит, иди вниз. Да, надо сам вниз пройти. Сейчас пойдем. Ну, у нас скиллы настолько прокачаны, что не должно всяких проблем тут появиться при спуске. Живучи. Ничего еще не скажешь. Ау. Походу туда. Он не перепрыгнуть. Ну, я откуда знал, что это что-то с днем сделает. Опа. Где мы? Пьем хилку. Так, и чё? Каково у нас задание? Это как взорвать? А, надо было войти в него.
Ну как бы это вошли, да? И на нас теперь они не нападают. Так. Ожидал такого поворота. Ладно, надо ему сказать, что мы что-то сделали. Теперь на нас они не нападают. Это странно. Опять эта фигня. Что она не выпадает на апгрейд, типа зачаровку? Золотая броня. Так, мы сделали это задание. О, у нас последнее задание, да ничего себе. Давайте тогда все-таки посмотрим, что за задание. Надо пойти в безопасное место, чтобы нас не убили. Если нас найдут, нас не убьют, зато быстро. Только мы получили ничего такие леггинсы. Можно посмотреть что-то. Давайте, я еще не посмотрел, что это, ну ладно. Давайте пойдем туда, на эти координаты. Минус 300, да ничего себе. Минус 300 и минус 970. Ну, минус 300, то есть нам надо идти в ту сторону, тупо туда. Немножко в эту сторону и туда. Короче, сейчас там видим. Так, вот она. Наше местоположение, походу, потому что координаты тут рядом. И тут где-то должен быть, наверное, чувак, как я понимаю. Да, вот он. Так, нам нужна маска. Или для него вещь для маски. Find the haunted маска. Back to mask. Вот. И после этого я это задание больше не делал. Ну да, это хэллоуинская квест, короче, для еще от Хэллоуина 2014 года. Кстати, это почти уже... Сколько это уже? Почти 3-2 года уже этому квесту. И как говорят на форумах, ну не на форумах, на Вики, говорят, идите в эту пещеру. И там что-то будет. Я так не прочитал дальше, но... Ну что, спойлеров не было. Тыква, что ли? Та тыка, походу. Тыква, походу. Тыква, да. Нет, да, это тыка, да? Маск Мириан. О, броня. Вот. Вы слышите эти звуки? Паркур, да ну. Так, тут паркур можно было пройти, либо упасть. Вот, так. Мне нужен срочно реген. То я такими темпами и умру. Так, куда мне тут идти? Уж паркур. Так, тут опять темно, чересчур, я ничего не вижу, но давайте опять выключим шейдеры. Надо найти кнопку, чтобы переключать, выключить и включить шейдеры. Свечки. Окей. Допустим.
него отрегенился. Я вообще не знаю, что делать. О! Стрёмно. Понял. А паркур? Надо. В прохождениях карт надо паркур карту какую-то взять, чтобы потренироваться. Не хардкорную, а такую средненькую. Что за звуки? От какого моба такие звуки происходят? Это, наверное, от этого, который в этом. Так. Интересно, квест, вот серьезно. Необычный, по крайней мере. Так, тут мало хп у меня. Опа. А это прямо. Не нужна регенерация нормальная. Могу и умереть. Вот что, типа скример, что ли? Что теперь? Надо, наверное, отрегениться, а потом я прыгну походу вниз, или что? Так, это не пугает. Вау, там просто кипишит монстрами. А, давайте я отрегенюсь и потом продолжим. Ну что ж, народ, давайте погнали, что ли, нам надо вот туда, как я понимаю. Может по воде прыгать, типа можно. Мы можем на данный момент сделать даже вот так. Нам ничего не будет. Нам ничего не будет, да. А, все. Было войти сюда и... И чё, и где мы? Вот. Вот. Где я? Так, чуваки, вот я опять тут. Тут внизу я не убил немало этих чуваков. Левел апнулся, нормас. Так. Да ну, выбили.
Походу мы выбили ту маску, которая нам нужна была. Погнали теперь домой. Да ну это ж в пещере больше не хочу находиться. Я потратил 20 минут потом, чтобы попробовать пройти этот паркур. Паркур возможно, возможно. И если пройти, мы легко попадем, наверное, в ту комнату, куда нам надо было. Возможно. И такие дела. Или нам бы там выдали сразу же эту маску и изи-пизи. Так, интересно, это все? Да! Химка, ну хоть не под ногами спать. Так, что нам, что мы прокачали-то, я не помню. Какой-то скилл прокачали. О, она спит теперь. Нормально. Со скоростью, возможно, я бы прошел бы тут паркур. Паркур. Да. Так, ух ты. Lost Tower, пошли сюда, потому что это, наверное, будет самое ближайшее задание. Да. Ну что далеко. Вот это далеко. Давайте сюда пойдем. Это за 4 и минус 1200. Ну, 1200 минус 2000. 2000, да, я сказал? 2200, то есть нам в ту сторону. И так уже время в ту сторону. Нам вообще надо тупо туда бежать. И сейчас доберемся до туда, что еще. Да, вот таким способом передвигаюсь. Так, вот он, чувак. С ним надо поговорить. Я как понимаю, one book of bones. Ну, наверное, надо сюда пойти. Как я понимаю, потому что единственная башня поблизости это вот это. Нет, на походу не сюда. Ну как нам сюда, если это башня единственная, которая тут стоит? А может и нет. Так, народ, я тут на месте. Это около церкви. Вот наши координаты, куда нам надо было дойти. Приходите сюда и пошлите вниз. Как я понимаю, правильно. Опа-на. Интересно, в какую сторону идти надо? А, они же... Вот, слоунес. Так, ну, походу, сюда. Или нет? А, да, ну, сюда. Ничего себе, жесткие будут. Ну, сороки жесткие, может даже так сказать. Потому что хп у них очень много. А, у нас, наверное, вот это, которое я сейчас сделал, вот это. Вот это прокачалось. Э! Слышишь, да? Хитрые какие-то, сделали, зажали меня. Ладно, допустим. Здесь где? Тут была зачаровалка, я уже не помню. Не помню, тут была зачаровалка или не было ее тут? Не была же. Так, я тут зашел в магазин. Тут я вижу такое, вот такое. Я сейчас сижу в шоке, слегка не знаю, что из них брать. Ну тут защита, конечно, моментальная. Просто кирес какая. Так, а тут такой бонусы зато. Да, я это куплю. Потому что я себе прокачал силу все-таки. Все-таки я решил ее прокачать и такие дела. Фух.
Как же много раз я мимо его проходил. Просто кирдец, как много раз. Так, посмотрим, что у нас за ботинки. И давайте прокачаем нашу шапку. Так, ладно, шапка, шапка. Так, ага. Ага. Меняем. Ну, даже не знаю. Нет, это можешь все продать. Продадим. А то слишком-то. Таким не надо быть. Так, а куда? А, да, ваши же надо. Так, мы опять тут, а? Вижу, вижу, вижу. Что, хилятся, что ли? Так. А здесь они не спускаются? Почему сюда нас что сказал идти? Никогда не поймешь этих NPC. Оу-оу-оу, нет! Да ну! Are you serious? О боже мой! Ух ты! Опять слово. Тут всякую фигню каждый раз, я не могу. Я сейчас, все, еще одна смерть и все, я больше не пойду. Так. Фас агилити стрэндж, вот это может быть. Почему с чего я не могу это покупать? А у меня просто мало денег, потому что куплю себе одну реген, чтобы, если что, взять за регениться и снести там всех. Так, только надо еще ману использовать иногда, потому что мана тоже важна. Так, а что я хотел тут прокачать нам? Вот это. Нам надо 15. Так. Нормас. Все, пошлите, продадим наши лишние вещи. А продаются они у нас тут. Я так город изучил немножко, пока бегал, искал этого. Я в банк выложил все остальные наши эмеральды, потому что если мы потеряем, то кирдец будет нам. Так, на тебе это. На тебе это. На тебе это. Знаете, это. Все, у нас теперь достаточно эмеральдов, чтобы купить себе апгрейд. Если повезет, можем еще купить там хилку тут-нибудь или что-то того. Так, давайте посмотрим. Ну, что-то не можем, потому что у нас дефенса нет. Ну, то есть все, рип.
И так он хуже было бы. Ну, ладно. Ничего. Погнали. Опять тут, а? Регенерация магии нужна. Возьмем немножко маны себе. Ау. Да настоящий визор скелетон. Книга. Да ну что, придется обратно бежать, что ли? Да, лучше убей. Так будет быстрее. Ну все, теперь нам больше умирать не надо, потому что мы будем заканчивать эту серию. Так, где у нас задание было? А нет, он тот чувак этот был. Как раз я ему. Я пока потратил кучу времени. На тебя. Так, ну у нас появились еще новые вещи, которые можно будет зачаровать сейчас. Да, зачаруем. Да, мы очень много денег тратим. Мы почти ничего не покупаем, а вот много денег тратим именно на зачарование. Вот что прикол. Но я сказал, что мы ничего не покупаем. Мы почти ничего не покупаем. Но мы тратим очень много денег, тратим на именно на апгрейды. Так, у нас, смотрите, у нас собирается этот. Так, хэд бонус. Ага, у нас тоже такой же есть, да? Смотри, дает больше, но смотрите, смотрите вот это. И вот это. Дает дополнительный бонус. Это XP бонус. Так, а что у нас? Да, я, ладно, с этим я вообще пока что помолчу. Помолчу. Потому что вот это можно все сейчас пойти и продать, я так думаю. Потому что у нас это броня. Это что у нас за качество? Это у нас рар. Рарка? И... Да. Такие дела. Сейчас продадим. И закончим эту серию. Слышь, ты чё? Покупай все, что дают пока что. Да ничего не давать больше не вам не буду. Да, буду все выкидывать в мусор. Да шучу. Так, опа. Опа. И, соответственно, у нас маленькое количество денег. Ну что ж, народ, спасибо, что смотрели. С вами Джо. Ставьте лайк, комментируйте, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. С вами был Джо, и всем пока.